Поехали, снимаем. Рассказывай. Сейчас буду. Имеем 3-киловаттный двигатель и 6-киловаттный двигатель. Чтобы нам их запустить, нам нужно 3 киловатта и 6. Итого 9 киловатт. Я думаю, все согласятся. Теперь что мы делаем? Мы на первый двигатель ставим маховик. К маховику подсоединяем вот этот 6-киловаттный двигатель. Этот двигатель крутится. Другой вопрос, как мы к нему подведем питание, но это уже второй вопрос. Тем не менее, представим, что мы туда питание подвели. И он крутится на 6 киловатт. То есть вот на этом валу у нас получится 3 киловатта умножить на 6. Итого 18 киловатт. Ставим на выходе генератор на 18 киловатт. И 9 киловатт отдаем обратно в систему. И 9 киловатт свободных. Вот просто арифметика. Какие нагрузки? Вот. Здесь умножается. Почему ты применяешь закон умножения, а не сложения или складывания? Нет, ну тут обороты это самое, как они. Потому что этот мотор крутится с одной скоростью, допустим, 1000 оборотов, да? И на эти 1000 накладывается еще 1000. Получится умножить. Ну, послушаем наших этих. Да, умных людей, да. Знатоков. Колобова можно послушать, да, что он на это скажет. Ну ладно. Загадки продолжаются, дорогие друзья.